Администрация города Пушкина Пушкинского муниципального района разработала требования к архитектурно-художественному виду рекламных конструкций, учитывая, что этот вопрос звучал одним из главных, когда один из районов приезжал в город, и вид архитектурный именно, и художественный, получил большое нарекание. Именно связано с размещением на территории города рекламных конструкций. Поэтому я с них и начинаю. Значит, разработано требование к архитектурно-художественному виду рекламных конструкций, стендов и средств размещения информационных на зданиях, сооружениях и на территории города Пушкина, Пушкинского муниципального района. Первым этапом формирования разрешения на установку рекламных информационных конструкций физическими и юридическими лицами на территории Пушкина является согласование дизайн-проекта конструкции в администрации города на соответствие разработанным требованиям. Администрация города совместно с руководством администрации Пушкинского муниципального района проведен ряд совещаний, на которых приглашались собственники торговых центров. Была разъяснена необходимость работы с арендаторами по вопросу приведения в соответствие требованиям вывесок и рекламных конструкций. Результатами проведенной работы явились следующие результаты. Руководство кинотеатра «Победа» взяло обязательство в кратчайшие сроки демонтировать старые вывески. Схема размещения и параметры новых вывесок согласованы с администрацией. Произведен демонтаж старых вывесок и окрасных фасадов зданий, расположенных по адресу город Пушкина, Московский проспект, дом 25, в котором размещаются объекты торговли. Дизайн проекта и параметры новых вывесок согласованы с администрацией. Проведен демонтаж старых вывесок с фасада зданий, расположенных по адресу Вокзальная, дом 1, в котором размещены также объекты торговли. Достигнуто понимание с руководством корпорации «Вектор», расположенной по адресу Пушкина, Тургенева, дом 10, проведена разъяснительная работа. Руководство корпорации «ВИД» представило документы на все конструкции, расположенные на фасаде здания торгового офисного центра, расположенного по адресу улица Пушкина, Чехова, дом 12. Руководству корпорации «ВИД» разъяснено необходимость демонтажа рекламных и информационных конструкций с ограждения на строящихся площадках. Работа выполнена. Принято решение о вручении уведомления о демонтаже незаконных рекламных конструкций, расположенных по адресу Пушкина, Московский проспект, дом 17, Пушкина, Пушкинское шоссе, дом 4А. В настоящее время разработан и проходит согласование проект постановления о внесении актуальных изменений в вышеперечисленные требования. Ведется работа по приведению вида нестационарных объектов торговли в соответствии с требованиями к архитектурно-дизайнерскому решению торговых павильонов и прилегающих к ним территорий. На территории города Пушкина на 31 июля внешний вид 90 объектов соответствует требованиям. 22 неправильно направлено уведомление о необходимости замены объектов. Для автолавок 22 объекта требования не предусмотрены. 10 объектов необходимо направить уведомление в срок до 1 сентября 2014 года. Разработан перечень застроенных территорий, подлежащих развитию. Это кварталы 14, 19, 20, 60. В целях организации градостроительной деятельности обоснованного определения, я, наверное, не буду перечислять все, смысл сводится к тому, что разработаны правила установки конструкции. В городе, к великому сожалению, многие из собственников рекламных конструкций в добровольном порядке ликвидировать их не хотят. Поэтому, учитывая, что разрешения все выдавались при согласовании городской администрации, выдавались районной организации, принято решение о
тем организациям, которые добровольно мне, мне убирали рекламные щиты по демонтаже. Эта работа на сегодняшний день выполняется.